Какие советские режиссеры были номинированы на «Оскар»? Иван Пырьев и фильм «Братья Карамазовы». Незадолго до своей кончины Пырьев завершил съемки трехсерийного фильма. «Братья Карамазовы» присоединились к гонке за «Оскар» вслед за «Войной и миром» Сергея Бондарчука, получившим статуэтку в 1968, но остались только с номинацией. Однако «Оскар» 1970 года получил политический детектив «Дзета из Алжира», Станислав Ростоцкий и две его работы «А зори здесь тихие» и «Белый бим – черное ухо». Номинированная военная драма по повести Бориса Васильева уступила фильму Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии». Второй фильм Ростоцкого «Белый бим – черное ухо» по повести Гавриила Троепольского был номинирован в 1979 году, но проиграл французской мелодраме «Приготовьте ваши носовые платки». Юлии Райзман и «Частная жизнь». Психологическая драма была номинирована на «Оскар», но уступила испанской драме Хосе Луиса Гарси «Начать сначала».